Добрый вечер, друзья! Рад всех приветствовать на первой встрече нового проекта просветительского центра Сретенского монастыря «Говорим». Само название «Говорим» указывает на то, что мы будем здесь говорить о Боге, человеке, вере, церкви, о жизни. Мы будем говорить с людьми знаменитыми, к слову которых прислушиваются, с людьми, которые так или иначе формируют общественное сознание в церкви. Слово «говорим» означает не только то, что я как модератор буду говорить с тем или иным приглашенным гостем, а то, что с ним будете говорить и вы через вопросы. Формат приблизительно такой. 30-40 минут мы с нашим спикером обсуждаем заявленную тему, а потом вы включаетесь в разговор. Кто хочет задать вопрос, поднимает руку, к нему подходит семинарист с микрофоном, и вы озвучиваете свой вопрос. Те, кто смотрят нас в YouTube-канале Сретенского монастыря, тоже могут задать вопрос, написав его в комментариях. Мы постараемся на эти вопросы также реагировать. Вот, пожалуй, и все. Я больше не буду занимать эфир. Думаю, что вы все хотите послушать человека, который сидит рядом со мной. Наша тема сегодня – воцерковление и проблемы воцерковления. И в гостях у нас отец Андрей Ткачев. Батюшка, здравствуйте. Отче, первый вопрос будет такой. Вот давайте начнем с терминов, да, воцерковление. Наверное, этот термин появился где-то в веке 19-м. Например, я его встречал в творениях святителя Феофана Затворника. Но это русская духовная литература, да? А если брать древних отцов, ну, нет там такого слова. Вот у первых христиан это самое воцерковление как-то происходило очень органично. Ну, человек просто приходил в церковь, и все. А у нас сегодня целое направление, можно сказать, дискуссии, богословия, воцерковления. Как это правильно делать, какие проблемы воцерковления, какие ошибки воцерковления. Вот давайте с этого начнем. Почему у них, у древних христиан, это все было как-то просто, а мы сегодня такими большими аудиториями собираемся, чтобы об этом поговорить, как правильно воцерковляться? Да, это очень серьезная вещь. У древних христиан не было разделения на, значит, вопрос, где Бог и где церковь. У них было очень так ясно, понятно, как бы так очевидно для глаз души, что вот церковь, вот Бог. Вот Бог и вот церковь. Вот нет Бога, нет церкви. Значит, нет церкви, нет Бога. У них это вообще было совершенно одинаково. И так было очень долго. И вообще вот эта экклезиология вся, она возникла, судя по всему, только с протестантизмом. Когда возник вопрос, как бы, а где церковь? Потому что до этого времени, возможно, вопроса не было. То есть, ну понятно, ну вот церковь, ну где, вот монашество, вот священство, вот крестный ход, там, вот причастие, там, вот крещение, вот храмы, вот монастыри, вот праздники, вот все. Ну а что, в чем вопрос вообще? Вот церковь, как бы, ну а что еще? И вопрос возник как бы поздно, типа, а может здесь нет церкви? А может церковь в другом месте? А может быть церковь как бы не связана как бы с внешними проявлениями? И вот как бы это 16 век как бы, потом 17-й уже там и дальше. То есть последние времена такие, да, вот возник вопрос такой, что как бы церковь стала неочевидной. И возник вопрос как бы, ну вот, может быть, здесь не видно ее, она есть, а там видно ее, ее нет. Как бы вот это все такая, вот эта такая штука такая, да, возникла. Вот, поэтому возник вопрос как бы, типа, я верю в Бога, вот, но я не церковный человек. Потому что это, в принципе, невозможная вещь. То есть до, скажем, там, 16 века эта вещь невозможная. То есть я в Бога верю, как бы, но в церковь не хожу. Как это так? А как ты веришь там? А я читаю Библию, например, да? А Библию ты откуда взял? Как бы, ну, от церкви? Ну и так далее. То есть это невозможная вещь. То есть можно считать, что с 16-17 века у нас возник такой вопрос, такой внутри христианского мира. Церковь стала неочевидной. Возник вопрос, где она? То есть какие внешние признаки, атрибуты делают церковь явной? То есть это она или не она? Вот. И это очень такой новый догмат такой. Вот. Типа верую в одну кафолическую соборную апостольскую церковь. Это, а как я верю? Как бы, а где она? Типа, по каким признакам я определяю ее? Это очень новая вещь такая, новая. Так что... Конечно, у древних людей как бы не было этих сложных вопросов. Как бы. Ты поверил в Бога, ты пошел в церковь.
и дальше как бы некуда идти. В одного Бога, в единого, который послал в мир Сына Своего, Христа Иисуса. То есть, а куда мне идти? Ну, в церковь, больше некуда. А дальше ты узнаешь больше, 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 больше. Вот. И как бы знаешь церковь, знаешь Бога, знаешь церковь. Как бы проблемы такой не было до недавних времен. То есть это, в принципе, яркий маркер последних времен. То есть вопрос о церкви, а где она? А вот я читаю Библию, и Бог мне в душе. Это я в церкви или не в церкви? Да? А вот я там, я то, я крещенный в детстве, например, в церковь не хожу, ну, например, там, но Пасху праздную, там, вот я в церкви или не в церкви. Это новое такое явление, понимаете? Это очень новая такая вещь. То есть мы живем в очень новые времена. То есть нам кажется, что так было всегда, но так не было всегда. Это вещи, возникшие не раньше 16 века. Это вчерашний день. Там потом 17-е, 18-е, то все усиливалось. Вот. И вот мы сегодня живем, как бы человек, как бы, типа, я в Бога верю, например, но в церковь я не хожу, например, да. То есть это нонсенс. Вот мы живем в эпоху нонсенсов, потому что, в принципе, до этого вся жизнь мира прошла в одной и той же тональности, как бы, где Бог, там и церковь, где церковь, там и Бог. То есть мы познаем Бога через церковь, и церковь через Бога. Узнал Бога, узнал церковь. Узнал церковь, узнал Бога. И вот наступило некое такое смешение, такой Вавилон такой. Вот мы живем в Вавилоне в этом смысле, да. Ну что ж, вот нам в нем жить. Отче, и вот если говорить о пути воцерковления новоначального и человека, который уже долго в церкви, ну, допустим, лет 10, какие акценты воцерковления должны быть актуальны для новоначального и для человека, который уже лет 10-15 в церкви? Главные акценты, да, вот на что стоит обращать внимание? Чем заниматься в церкви первое время и потом? Ну, вообще у церкви есть несколько вещей, которые нужны всегда, и кроме них больше ничего не нужно, на самом деле. Это писание и литургия. То есть нужно заниматься писанием, святым писанием, в смысле. Старого и Нового Завета, вот, и литургии. То есть нужно, в принципе, каждому современному человеку нужно пройти курс некого литургического богословия. То есть нужно пройти курс осознания и любовного понимания, что же такое всенощная литургия, утренние часы, и вот это все, вся вот эта вот такая сложная машинерия византийской литургики. Нужно это все как бы так взять в себя, так принять внутрь. Вот. И нужно Писание любить. То есть наш родовой грех – это пренебрежение Писанием. Писание святое. Я бы, вы мне сказали, например, а что бы вы сделали, если вам дать, например, полную власть, вот, влияние на литургическую жизнь? Я бы вам сказал, я бы, например, вставил бы по куску Библии в часы, кроме псалмов, там псалмы само собой, еще бы кусок Библии бы вставил там, в часы, там по ремею какую-нибудь, на русском языке, между прочим, чтобы всем было понятно. И потом бы вставил бы кусок там, Библии, там, вставил бы в вечернюю, да не один, а еще три, как по ремее, как на праздник. Вот. А потом бы еще бы вставил, скажем, там, кусок Библии там, между вечерней и утренней, на всеночной. Там, ну, вот апокалипсис нужно читать вот в этом месте, между вечерней и утренней, перед шестопсалмием. А потом бы еще бы завалил бы еще кусок бы Старого Завета, например, перед апостолом. Короче, я бы хотел бы, чтобы у нас читали Слово Божие, как у коптов, 12 раз за богослужением. 12 раз. Непременно книгу Бытия, непременно книгу Деяний, ну а дальше на выбор, на вкус. Числа, Второзаконие, там, Исаию, Иеремию. Первую книгу царств, вторую книгу царств. То есть я бы хотел, чтобы наши люди были люди слова. И чтобы мы ни одной недели не проводили без причастия. Допустим, вот
Златоуст, Иоанн Златоуст, он, снисходя к немощи мужчин, которые в воскресенье должны были там на лодках там плавать в море там за рыбой, там где-нибудь там стать на базаре там продавать какие-то товары, он говорил им так: давайте мы с вами среди недели ночью отслужим литургию для вас, специально для вас, для всех тех, кто в воскресенье не смог быть на службе. Ну, в нашем понимании это милиционер, который был на дежурстве, там доктор, который был на дежурстве, водитель, скажем, там транспорта, который там, ну, скажем, там пилот, который летел в воздухе в время воскресенья, ну и так далее, там много людей таких есть. Давайте для вас мы отслужим литургию ночью специально. Ты не смог причаститься в воскресенье, потому что нужно причащаться в воскресенье. Ты не смог причаститься. Давай мы для тебя служим ночью литургию. Вот. И я это видел собственными глазами. Оказывается, такая традиция есть в Египте до сегодняшнего дня, когда, значит, множество мужиков работают в воскресенье, ну, для туристов. Они живут от туристов. Там инструкторы там, по дайвингу, скажем, там, продавцы там, всяких там тряпок, там, этих всех там пляжных. А когда же вы причащаетесь? Причащаемся мы среди недели ночью. У нас специально ночью литургия для нас. Это чисто по Златоусту. Для того, чтобы каждую неделю все причащались. И читали Писание. То есть читать Писание нужно постоянно. Я никогда не забуду, никогда не перестану об этом говорить. Можете себе представить, например, приходишь в магазин к человеку, продающему, скажем, там, ну, там орехи, например, там, или там изюм, там, или курагу, ну, типа такого, да? Или, скажем, там трусы, плавки, там, значит, там всякие там шлепанцы, там, майки, купальники, там, или, скажем, там, какие-то еще какие-то вещи, там, какие-то кремы там, для загара. Там. Ты приходишь, он что-то читает. Что ты читаешь? Евангелие. Приходишь в другой магазин, он читает что-нибудь такое. Ты пришел за трусами, например, там. Он что-то читает. Что ты читаешь? Евангелие. Пришел за шлепанцами. Пришел, что он что-то читает? Что ты читаешь? Евангелие. Ты пришел там за орехами, там, не знаю, там, за ананасами, там, за сушеными бананами. Там. Он что-то читает? Что ты читаешь? Евангелие. Да мать твою женщину, слушай, ё-моё, стыд испанский, стыд испанский. Я за них рад, мне за нас стыдно. Вы видели когда-нибудь людей, которые продают трусы и читают Евангелие в отсутствии, ну, как бы, ну, между клиентами? Клиенты же за трусами не ходят в очереди, как бы, это же не в мавзолей, как бы, они стоят, да? То есть, как бы, не за эти, ну, понимаете, да? То есть, нет такого ажиотажа за трусами, как бы, в том числе и за там, сушеными бананами, там, какими-то за шлепанцами. Но нет, сейчас нет очередей, как бы. Ну, слава Богу, нет очередей. Поэтому продавцы, как бы, они, ну, балду пинают, как бы, они, как бы, там, пришел продавец, он с ним там, ну, купил, не купил, как бы, там, посмотрел, повертел, как бы, ушел. И опять полчаса нечего делать. И в это время благословенные арабы на моих глазах, вот я это читают. Что же они читают? Майдадыра, ну, арабского своего, у них нет арабского Майдадыра. Евангелие, представляете? И я вообще мечтаю о том времени, когда наши продавцы в отсутствии покупателей будут заполнять пустоты, временные пустоты между продавцом и покупателем, как бы, да, вот нет никого там, вот, скажем, минут 20 там стоишь у прилавка, как дятел, да, и нет никого. Чтобы эти пустоты заполнялись чтением Евангелия. Господи Иисусе, как мне стыдно. Мне так стыдно за русский народ. Ужасно. Думаю, а что такое есть у египтян, чего нет у нас? Какая-то хромосома отдельная, какая-то евангельская у них. Что у них есть вообще? Почему наши дебилы нигде не читают Евангелие? Сволочи вот эти все наши. Эти все вот эти. Мы русские, типа там с нами Бог. Там. Где он с нами? Где он с нами? Почему таксисты в ожидании клиента Евангелие не читают?
Почему продавцы в ожидании как бы, покупателя Евангелия не читают? Надо Евангелие иметь у всех, понимаешь, у всех такое залистанное, зализанное, заплаканное, затертое такое, задранное такое, пальцами зажмаканное такое, ну такое рабочее Евангелие. Где оно, это Евангелие у русского человека? Я, конечно, скажу, что я его видел, есть случаи, где я скажу, я видел. Поэтому воцерковляться нужно через Евангелие. То есть нужно просто читать Евангелие с утра до вечера. Просто, то есть нашему дикому человеку нужно просто читать Евангелие с утра до вечера. И нужно быть на литургии постоянно и причащаться каждое воскресенье. Ну, соответственно, не творить смертных грехов. Вот. И, может быть, лет через 48 как бы мы выгребем на какой-то уровень такой более-менее человеческий, такой, что мы поднимемся с колен как бы, и перестанем быть обезьянами и будем нормальные люди. Но я иначе не вижу никаких вообще вариантов. То есть Евангелие и литургия. То есть священник должен быть влюблен в Евангелие, и люди должны быть больны Евангелием. То есть так, мне нравится, что я больна тобой. Там, мне нравится, что вы больны не вами. Там. То есть нужно быть больным Евангелием, понимаете? Нужно быть больными Евангелием надо быть. Вот торчат же в ваших ушах, мать вашу, за ногу, всякие там такие штуки всякие, ну, торчат же у вас там в ушах там разные там эти всякие штуки там ходишь, он тебе не слышит, он тебя не слышит, как бы, у него в ушах там что-то торчит, он тебя не слышит. Смотришь, он говорит, проснись, он говорит, да, что ты хочешь? Вымет там из ушей там то, что тебе там торчит, он вынимаю, что ты хочешь? А что ты слушаешь? Она послушает. А там же могло быть Евангелие. Кто запрещает слушать Евангелие в наушниках? Кто? Никто. Наш народ дикий. Дикий. Святой и дикий. Он святой и дикий одновременно. Дурной, как пень. И святой одновременно, святых святейший, как бы там. Придется воевать, как бы вы узнаете, насколько мы святые, когда воевать придется. Наших начнут всех колбасить, как бы, значит, аж пух и перья полетят со всех. И вы говорите, о, блин, ё-моё, Суворов воскрес. Все класс. На самом деле мы дурные, как пни. Нам не хватает только одного. Это литургии, двух, только двух. Это литургии и Евангелие. Все, все. Больше ничего не нужно. И только это нас спасет. А пока этого не будет, ничего не будет. Не будет ничего. Будет только это такое, знаешь, как орангутан, где все в грудь, ты бум-бум-бум-бум. Типа я Кинг-Конг, самый сильный. Как бы. У меня есть ракета, у меня есть то. Это все не важно. Это не важно все. Литургия и Евангелие. Все. Я готов сдохнуть, чтобы все читали Евангелие. И все ходили на литургию и причащались. И тогда вы не узнаете Россию. Клянусь, обещаю, через пару лет вы не узнаете Россию. Через пару лет без реформы ЖКХ, без реформы пенсионного фонда, вообще без всего этого, это все фуфла этого всего, без этих масок, прививок, вы просто не узнаете Россию. Только Евангелие в руки, в зубы всем крещенным и причащаться каждое воскресенье. Все, другая страна. И мы будем еще больше побеждать на Олимпиаде, еще больше побеждать будем на всяких там конкурсах, там, математических всяких там интернет-конкурсах. Короче, мы везде будем побеждать еще больше, потому что мы будем по-настоящему с Богом. Ну реально, талантливый народ. Которые оторвали от источника жизни. Евангелие и литургия. Больше ничего не нужно. Вообще все очень просто. Вы начали с Евангелия. Это, наверное, то, о чем апостол Павел пишет. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть воцерковление начинается с преображения ума. Перестройки неких смыслов. Это самое главное. Допустим, когда в древности взрослый человек приходил креститься, он уже был христианином по мировоззрению. Он учился, перестраивался, и его крестили, именно об этом крещальный апостол, да, что ветхого человека надо похоронить, умереть, воскреснуть со Христом, Римлянам 6 глава. То есть, по сути, воцерковление – это вот эта перемена ума, это стержень воцерковления. А потом уже все внешние, обрядовые там вещи. Да, конечно, конечно. Конечно, нужно, все-таки нужно уважать человека. Нельзя человека сводить
до поведенческих вещей таких, ну, типа там, ну, знаете, скажем, там, это очень такая общая вещь. Ну, типа там, что мне делать там? Приходит, например, там какая-то ляля, вся накрашенная такая, вся такая, там, умойся, ну, умылась. Там. Дальше что? Там, у нее когти там, как у птицы Феникс, там, ногти постриги, там, ну, постригла дальше. Ну, вот это сделай, это сделай. Короче, там в течение там, 5 дней, короче, можно превратить ее там в Аленушку, короче, такой с шоколадки. Говорит, дальше что? Дальше я не знаю. Как бы, ну, как бы снаружи как бы ты ее сделал человеком, как бы, да? Говорит, а дальше что? И не знаю больше ничего. То есть... Можно наоборот идти, как бы, ладно, пусть будут когти птицы Феникс, там, пусть там это все будет, там, эти надутые морды, там, это все эти непонятные, там, эти все тряпки все на человеке. Короче, чучело, короче, да, чучело современное. Вы даже не представляете, как поиздевался дьявол над человеком. Вы даже не представляете. То есть людей сделали чучелом. То есть сегодня среднего обычного человека превратили в чучело. И он уверен, что так красиво, что так надо. То есть наколи себе там на жопу там дракона там, и напиши себе там китайскими буквами, значит, какое-нибудь там священное заклинание, значит, там, типа там, что он огнем дышит, там тут дракон на твоей жопе. Ну, дурак, короче. Человек стал дураком полным. Ну, полным дураком. То есть вы можете смеяться, конечно. Я плачу, конечно. Но мне смешно. То есть люди просто полные идиоты. И эти идиоты стали очень активными. И, типа там, что такое? Там, что? Короче, он просто идиот. Как бы. У него на лбу написано, что он идиот. Как бы, и на спине у него татуировка. Как бы, там прям буквально по-китайски написано, что он идиот. Вот. И он в драных джинсах, там у него дырки на коленях. Как бы, он думает, что красиво. То есть над людьми, дьявол просто издевается над людьми. Он говорит, спи с мужиком. Говорит, да, клево вообще, так классно вообще. Потом завтра скажем, спи с собакой. Вообще класс, как бы там не зачнешь никого, не родишь никого, как бы никого абортом не убьешь никого. Там. Потом спи с козлом, спи с хомяком, там, спи с двумя хомяками. Как бы. Они говорят, да, класс, вообще, во. Накали хомяка себе там еще туда-сюда. И эти дебилы делают все это. И они считают, что они нормальные люди. А мы вынуждены говорить с этими дебилами, предполагая, что они нормальные люди. И мы пытаемся объяснить им, что единый Бог в Троице прославляется. Что Пречистая Дева стала, значит, матью, родила сына, который... Машах, Мессия. Короче, мы находимся в ужасном состоянии. Мы разговариваем с дебилами о страшно высоких вещах. Вообще никто не понимал никогда, никто не поймет даже никогда этого, насколько трудно человеку возвещать небесные догматы дебилам, добровольным дебилам, выродкам, у которых наколки на всех частях тела, как бы от лба до пяток, и которые уже завтра будут спать с хомяками, потому что им сейчас еще не сказали, что хорошо. Сегодня еще не сказали, что хорошо. Они еще говорят, нет, я не буду этого делать. Завтра скажут, что хорошо, они это сделают. Они же дебилы, как бы, они сделают все, что им скажут. И мы должны, по идее, вот этим людям сказать, что есть Бог, который вообще правит миром, и что он любит нас, что он сына послал в мир, чтобы мы жили вечно. И сын стал человеком, а Дева Марии, и Дева стала матерью, и Девой быть не перестала. Это вообще зашквар какой-то такой. А для дураков это вообще зашквар, зашкварный. Короче, мы находимся в аду на самом деле. То есть все те, кто хочет возвестить миру эту известную уже истину, уже известную истину, мы находимся как бы в аду
абсурда. То есть мы уже давно живем в театре Ионеско. То есть там театр Годо такой, понимаете? То есть мы живем в мире полностью сумасшедших людей. Мы сами тоже, конечно, недалеко от них убежали. Вот. Но мы хотим спастись от этого сумасшествия. И, конечно, вот я бы хотел, чтобы вы понимали вообще всю остроту проблемы. Это именно оно и есть. Я уже забыл, с чего начали. Отче, давайте я спрошу вот про воцерковление в семье. По-моему, тоже такой острый, актуальный вопрос. Допустим, человек начинает воцерковляться, в семье больше никто не верует. И начинаются такие коллапсы. Допустим, человек в воскресенье хочет в церковь идти, а семья на пикник. И он как белая ворона. Или, допустим, он великим постом постится, остальные не постятся, он себе что-то свое готовит. И, допустим, телевизор орет, он его выключает, остальные говорят, да, оставь мне телевизор. Ну, такое, а как человеку действительно в семье неверующей воцерковляться? Как найти эту грань, чтобы и ближних не обидеть, и Богу остаться верным? Вы знаете, мне кажется, что тысяча мелочей, которые возникают по вопросу воцерковления, да, там тысяча мелочей, то, что называется, да? То есть как там вот есть, там, как там, скажем, одеваться, там, спать, там, ходить, не ходить. Вот. Эти все вещи должны быть спокойно восприняты как, ну, как, скажем, как область неизбежных ошибок. Понимаете? То есть у нас никогда не было и никогда не будет такого кодекса поведения, при котором ты будешь точно знать, что ты поступил правильно и не ошибся. У нас никогда не было такого кодекса. И никогда его не будет. То есть мы... каждую новую эпоху вступаем в новую реальность, как бы, значит, с чувством неизбежности ошибок. То есть мы всегда будем ошибаться и неправильно себя вести. Или мы пережмем в сторону строгости, ну и нарвемся, скажем, там на обиду ближних. Или мы, скажем, там послабим, как бы так, некие нормы для всех. Да ладно, там какая разница. И почувствуем, что мы потеряли духа. Ну, скажем, там все едят, например, все подряд, да? Думаешь, ну что, я самый святой, что ли? Да буду я есть все подряд. И ты ешь, как вместе с ними нарушаешь пост по любви к семье. Потом чувствую через пару недель, да никакой пользы, ни им, ни мне. Я потерял все, да? Допустим, да, или ты, например, там, нет, нельзя, там, ва-ва-ва. Такие они все, ты дурак, там, говоришь. И мы, короче, ругаемся, как бы, из-за колбасы. Из-за какого-то мяса там. И потом мы там, да чем мы ругаемся из-за этой ерунды? Как бы ешь, не ешь колбасу, какая разница? Короче, мы находимся в зоне непременных ошибок. То есть мы всегда будем ошибаться. Всегда. И никогда мы не сможем выбрать, никогда не сможем выбрать такой режим правильного взаимодействие с миром, при котором мы бы не ошибались, никто бы не обижался, и мы бы не чувствовали потерю в святости. Не будет такого. То есть нужно постоянно, вот как с ножки на ножку перепрыгивать, так на сковородке, как бы так. То есть здесь я поем мясо ради них, а здесь я поругаюсь с ними, но не буду есть там что-то, значит, но сохраню пост. Там. Короче, здесь нет прямых ответов. Это то, чего, то, что не нравится людям. То, что люди говорят, ну, скажите, как? А ты им говоришь, ну, подожди, как? Ну, нельзя так ответить, вот так и никак иначе. Так не бывает. Здесь нужно как бы вот смотреть по ситуации. Как бы. Люди не понимают этого. Люди хотят прямых, таких дубовых, бетонных ответов. Такие бум, вот так и не иначе. Так не бывает. То есть мы вступаем в полосу неизбежных ошибок. Например, я пришел в семью, допустим, меня пригласили, ну, скажем, на день рождения там, к человеку, которого я люблю, но он неверующий, у него вся семья неверующая, и там мясо, шмясо, там шашлык-машлык. Как мне себя вести? Либо не ходить совсем, либо прийти по любви к нему, тогда что? Делать вид, что я не ем всего вашего проклятого мяса, да, там в посту, да? Либо есть вместе с ними. То что мне избрать? Что бы ты ни избрал, ты ошибешься.
Понимаете, нужно быть готовым к тому, что любой наш выбор ошибочен. Он не 100% правилен. Как бы ты ни поступил, ты все равно будешь жалеть. Вот такой наш путь. Такой наш путь. Вы приходите к священникам и долбите им башку, проклевываете им новую дырку в голове вопросами: а как, а как, а как? Да вот так вот. Как бы ты ни пошел, ты все равно ошибешься. Куда бы ты ни пошел, ты все равно будешь неправ. Вот так мы живем. Мы так живем. Ну поймите, пожалуйста, что мы так живем. Вот в быту, в этих мелочах, в еде, в одежде, в праздниках, в поздравлениях, в цветочках, там, в этих всех там танцульках, шмунцульках, во всех этих штучках, этих всех, мы не можем выбрать модель поведения, которая была бы безукоризненна. Мы всегда ошибемся. Если будешь строгий, такой, пошли вы, короче, это не мое. Ты всех обидишь и сделаешь себя навсегда святым. Как только ты подскользнешься, они скажут: эй, наш святой подскользнулся. Понимаете? Это опасная позиция. Быть сильно святым. Но быть как бы ко всем открытым таким, типа: да вы пьете, я пью, там вы жрете, я жру. Это тоже как бы неправильно, потому что а где твоя какая-то такая, ну, помазание святыни? Короче, у нас нет безошибочных путей. Раз ты живешь в миру, ты не можешь не ошибаться. И все мы ошибаемся. И знание о том, что мы ошибаемся, нам необходимо. Я ошибаюсь, и ты ошибаешься, и он ошибается. Давай не будем его судить, потому что когда мы судим, нам кажется, что мы не ошибаемся, он ошибся. Давайте не будем никого судить, потому что мы все ошибаемся. У нас нет ни одного пути, чтобы не ошибиться. Есть один путь, чтобы не ошибиться. Уйти из этого проклятого мира. Уйти совсем. Это честный, радикальный, единственно правильный путь. Фу на вас, на всех. И пошел. А куда я пошел, вас не касается. И где я живу, вам это не ваше дело. И как я живу, это вообще не ваше дело. Вот я себе сижу где-нибудь там, сижу и живу. Что я там читаю, что пою, что ем, как молюсь, это не ваше дело. Вот если вы на это готовы, вы правы. Вы правы безошибочно. А если вы живете здесь, вот в этом мире, и из него не уходите, продолжаете платить коммунальные платежки всякие, там, значит, пополнять счет на телефоне, там шалом-балом, тра-ля-ля, никого не осуждайте, потому что все одинаковые. Здесь нет безошибочных путей. Мы живем в дерьме. Наша цивилизация – это одно огромное море дерьма. Мы построили это море дерьма, мы плюхаемся в нем. Нам кажется, что это счастье. Поймите это. И у нас нет выхода. Либо уйти отсюда, либо оставаться здесь. Если уйдешь, уходи, мы скажем тебе: помогай тебе Бог. Остаешься, оставайся, никого не осуждай. Попробуй угождать Богу здесь, никого не осуждая. Это великая задача. Понимаете? Но нужно еще узнать, почувствовать то, что я вам сказал, что мы живем в мире, в котором нельзя не грешить. И в котором нет ни одного радикально правильного образа поведения. Скажу, вот он правильно живет, а он неправильно живет. Так нельзя ни про кого сказать сегодня. Нельзя ни про кого так сказать. Он постится, он не постится. Он ходит утром на службу, он не ходит. Это все детали. Мы совершенно запутались. Никто не понимает, как нужно жить вот в этом мире. Что значит быть сыном церкви, дочерью церкви вот в этом мире сегодня. Никто этого не понимает. Мы пытаемся, как бы, как слепые котята, как бы распознать, а как же это вообще, ну как же это? Что значит быть сыном Божиим, сыном церкви, сыном Девы Марии вот в этом мире? Мы пробуем, потому что таких времен не было никогда. Мы впервые живем в таком мире. Мы вместе включены в некий процесс творчества. Я вам сейчас, в принципе, что я сейчас делаю? Я вам закидываю некую
Легче всего мне было бы, например, сказать вам так. Православный христианин утром должен встать там 7:30 и сказать «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, святый Божий, святый крепкий» и поехали дальше по честнословию. И тогда он вечером скажет там «Благодарю тебя, Господи, за прошлый день, там проливали, телетили, там все, день прожит, как бы, значит, еще одна ступенька к Царству Небесному». Но я вам такого не скажу, потому что так не будет и так не бывает. Это все некая картинка, как бы нереальная. Я вам бросаю, вот прям бросаю вам и себе, ну, как бы свое, вам и ваше себе вопрос. Давайте попробуем выстроить заново жизнь церкви в Новом Вавилоне. Церковь должна вернуться в начало. То есть конец церкви – это ее начало. То есть откуда она вышла, туда она и придет. Нам нужно вернуться туда, откуда мы вышли. Мы возвращаемся в новую Римскую империю, глобальную только, всемирную. И мы будем отребьем, странными людьми, рано или поздно. Нас обвинят в кровосмешении, человекоубийстве, людоедстве, разврате. И в чем-то только она обвинят нас, скажут, что мы самые сумасшедшие вообще в мире, только за одно то, что мы любим Бога. Вот. И нам нужно воскресить в эту литургичность, эту общинность, нам нужно воскрешать именно то, что характеризовало церковь в начале ее исторического пути. Это большой вопрос. У меня ответов нет сейчас, у меня столько вопросов. Нам нужно создать эту непобедимую твердость церкви, такую, какой она была в первые века, когда в ней был Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, там, скажем, там, потом Георгий Победоносец там, и все остальные. Вот, то есть нам нужно вернуться вот в те времена. То есть современный Вавилон нам не оставляет вариантов. Он нас загоняет обратно в катакомбную, мученическую, в подвижническую церковь, которая живет литургией и писанием, и ожиданием смерти. Все. У нас больше нет вариантов. Нас мир туда загоняет. Уже почти загнал. Не до конца еще, но уже почти. Еще пару лет, там, 10 лет, 15 лет, и он нас совсем загонит туда, туда, в подвал, в чердак, в катакомбы, там, куда-нибудь, на выселке. Туда, где мы будем читать, петь, молиться, причащаться и ждать смерти. И хотеть этого. А что еще здесь хотеть? Только смерти, чтобы уйти к Господу. Все, мы к этому идем. У нас больше нет вариантов. Если у кого-то есть варианты какие-нибудь, предлагайте, я поспорю с вами. Да, друзья, предлагайте варианты. Давайте задавать вопросы. Мы созрели, думаю, уже для вопросов. Есть первый вопрос. А второй? Да, не стесняйтесь, давайте, поднимайте руки, я думаю, вопросы. А вот кто-то поднял, кажется, да? Здравствуйте. Я вот на эту тему хотел бы спросить. Ну, получается, что в этой жизни нету никаких радостей, там, путешествий, там, лицезрения того, что сотворил Бог, ну, и подобного, там, счастья в семье, среди, ну, детей видеть своих прекрасных. Не только же Евангелие и литургии ждать смерти, ну, как-то это... Как-то грустно. Спасибо. Вы написали грустный катехизис, почти. Да, мой катехизис был очень грустным. Да. Нет, понятно, как бы. Ну, понимаете, что я говорю как бы о конечных вещах, как бы таких. Ну, ясно, что если ты, например, там плывешь на катере там, по Москве-реке, ну, вот, и балдеешь от того, что кругом там щебечут птицы, ну, как бы тебе не запрещает никто этого делать. Если при этом у тебя на руках твой собственный ребенок,
рядом твоя жена, как бы, значит, у вас мороженое в руках еще к тому же. Ну, вот, как бы, и скоро выйти на берег, как бы, и воскресенье продолжится. Ну, клево. Нет, на самом деле, хорошо наслаждаться жизнью. Хорошо. И у нас как раз есть много возможностей насладиться жизнью именно, знаете, как у вольноотпущенников, как бы отпущенных на свободу на малое время. Я думаю, что у христианина есть некое острое чувство прекрасности этого мира, потому что он бренный, проходящий и прекрасный. Мы чувствуем это одновременно. То есть мир прекрасен именно бренностью, ну, как вот этой своей осенностью, да? То есть он такой вот, такой готовый умереть, как бы в это время как бы несносно прекрасный. Нет, конечно, есть много красивого в мире. На самом деле, посмотрите, там, для нас есть много музеев, для нас есть много там картинных галерей, там, разных там музыкальных, ну, там, не знаю, там чего там, как бы там дисков, там, не знаю. Короче, на самом деле вся мы живем внутри христианской цивилизации. На самом деле, не зная Христа и Библию, мы не понимаем вообще ничего. Перед нами молчат все залы картинных галерей. Я много раз об этом говорил, еще раз скажу, если хотите. Представьте себе, что приходит, например, группа людей, скажем, там, в Эрмитаж, там, или там, в Лувр, там, ну, куда хотите. И, скажем, там, у этой группы людей, например, экскурсовод спрашивает, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас знает, ну, буквально знает сюжет, скажем, там, Иосиф и жена Потифара. Поднимайте руки там. Поднимают, например, 2-3 человека там из 40-50, да? Хорошо, спасибо, да. Теперь, пожалуйста, поднимите руки, кто знает, например, из вас сюжет, например, библейский такой, например, Авраам приносит в жертву сына Исаака, например, на горе Мориа. Там опять там 3-5-6 рук, остальные, как бы, ну, не знаю. А кто из вас, например, знает, например, Юдив, там женщина Юдив, там держит там в руках голову Алаферна, там как бы вот, вот о чем это, что это, к чему это, кто из вас знает? Вот те, кто поднимали руки, пожалуйста, все, пожалуйста, со мной дальше. А те, кто не знает ничего этого, смотрите, что хотите, гуляйте, где хотите. Потому что там все залы дальше будут про Библию. И кто из вас не знает Библию в сюжетах, хотя бы в сюжетах, я не смогу потратить вам свое время на объяснение сюжетов. Я буду объяснять, там, какой художник, в каком веке, там, зачем, почему, там, как изобразил там, то или иное. Вы должны знать мясо библейского сюжета. Если вы этого не знаете, для вас молчит вся мировая опера, вся мировая живопись, вся мировая философия. Весь мир для вас молчит. Поэтому то, что вы спросили, я вам честно скажу, я очень люблю и книги, и музыку, и живопись, и фильмографию самых разных режиссеров. И я везде вижу следы Господа моего. Мне мир интересен именно потому, что я знаю, что Христос оставил следы своего присутствия во всех отраслях нашей жизни. Именно этим мне и интересно на самом деле. И живопись, и кино, и все остальное. А там, где я не вижу присутствия Господа моего, там заканчивается все интересное. Поэтому мы можем наслаждаться всем, чем хочешь. Вкусной едой, красивой прогулкой, хорошей выставкой, там, красивой музыкой. Но мы везде должны искать следы Господа моего. То есть где Он прошел, где Он оставил следы присутствия своего в виде музыкального аккорда, в виде значит, там, как бы так, какого-то мазка на картине. Везде Господь. Если Господа в чем-то нету, это все неинтересно, поверьте мне. Это лично мое, это мое имхо. Нет интересного ничего, где нету следов Господа моего. Поэтому мы можем наслаждаться всем, что Бог нам подарил. В ясном сознании того, что оно красивое именно потому, что здесь есть следы Господа моего. Вот и все. Именно потому мир и красив. Именно потому нужно молиться над пищей, потому что это подарок Божий. И виноградинка, кусочек сыра, и глоток вина, и свежий хлеб,
там какой-нибудь там и то, так много всего, такое все вкусное, такое все интересное. Это все подарки Бога моего мне, чтобы я сказал «Слава тебе, давшим нам пищу», и благословил это, и съел это, сказал «Вау, как вкусно, Господи, слава тебе». Это для этого все и существует. Если входить в ресторан с этим настроением, ангелы-хранители, шагомарш по ресторанам. Если каждый раз, каждый новый укус, вкусные вещи, скажу, ай, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Как же это вкусно, Господи Иисусе Христе, как же сладко все, что ты создал. Если так ходить в рестораны, ходите на здоровье. Или вы там прыгаете в бассейн, там, бзж, как дельфин, там, о, Иисусе, слава тебе, Иисусе. И поплыли там 50 метров вперед, 50 метров обратно. Там, Иисусе, Иисусе, Иисусе. Плавайте, как дельфин, пожалуйста, на здоровье. То есть, если вам везде Бог, то все для вас и все хорошо. Я думаю, я уже пришел к этому давно, что если Бога в чем-то нету, это какая-то такая подмена, такая горькая обманка, которая зовет к себе и манит, ну, как шлюха, как бы, и не дарит ничего. То есть звать-то зовет, но дарит сифилис. И все. То есть вроде все красиво, как бы, да. Ну, цигель-цигель, ай-лю-лю. А потом только стыд, позор, как бы, еще и венерическая болезнь. Как бы. Это мир без Христа. Это искусство без Христа. Это наука без Христа. Это все без Христа. Это проститутка, которая заразит тебя сифилисом. Она красивая, она блудница вавилонская, она села на зверя, у нее в руке чаша мерзостей земных, она там, понимаешь, там на этом звере елозит, как бы зверь там с рогами, там всякими там диадимами богохульными. Ну, читайте там Откровение. И он там, это все реально происходит. И она зовет тебя к себе, и ты как будто, художники написали много картин, изображающих именно блудницу вавилонскую, сидящую на звере. Потому что очень пленительный образ, очень завораживает. А она чем тебя она тебя одарит? Только позором, стыдом и сифилисом. Все, и вечной смертью. Где Христа нет, там нет ничего вкусного. Занимайтесь тем, где есть Христос. Вот, например, там ведешь, например, ребенка, скажем, там на борьбу. А там Христос есть? Есть. Христос сильный, Господь крепок, Господь силен в брани. Псалом. Пусть твой сын там борется, значит, пусть твой сынок там из шнурка там вырастет мужика и будет сильный в брани, как Господь. Значит, прям там как написано, как бы, значит, Господь крепкий и сильный в брани. А можно я займусь, например, вот этим? А там Христос есть? Не знаю, дай подумаем. Если есть, займись. Нет, не занимайся. Вот и все. Поэтому нам все открыто и все подарено. Путешествия. Там, не знаю, там зима придет, на лыжах можно кататься, там, и на санках, там, и не знаю, там, и глинтвейн там пить на Красной площади, значит, там. Все, что, все для нас. Как нам Павел сказал-то? Вы Христовы, Христос Божий, то есть все ваше. То есть у Христа есть все. Поэтому весь мир наш. Только мы должны любить мир не потому, что он наш, а потому что он Божий. То есть мы должны любить Христа, а не мир. А вместе с Христом получим весь мир. Это все очень просто, на самом деле. Просто мы это забыли. Очень сильно отвечал. Есть еще вопросы? Подайте микрофон, пожалуйста. Отец Андрей, добрый вечер. Вопрос следующий. Скажите, кажется, что часто любого православного христианина посещают иногда минуты уныния, грусти, печали, именно противопоставление себя вот этому миру и мира в качестве вот этой самой вавилонской блудницы, которая пляшет и танцует вокруг нас. Где найти золотую середину, поскольку ты живешь в миру, именно не противопоставление себя миру, как подкрепиться и не впасть в крайности и жить в радости? Спасибо. Смотрите, дорогие мои, я думаю, что времена бывают разные. И сейчас у нас открыта дверь благовествования. Я уверен в этом. Я прямо говорю вам это, прям как вот
Вот как будто вот, короче, вот как будто. Вот сами понимаете. Короче, слушайте. Сейчас нужно умножать число Божиих рабов на всех местах их присутствия. То есть нужно молиться, допустим, там, я не могу там влиять ни на кого, да, но я могу бить поклоны там в тишине там, своей однокомнатной квартиры. Я не могу, скажем, там, на кого-то влиять там, через СМИ там, или через систему образования. Я же могу читать там, по 2-3-4 главы Евангелия утром и вечером. С добавлением, там, поминанием там, имен там, властей, там, все путешествующих, там, болящих, там, монашествующих. Короче, сейчас нам Бог открыл двери благовествования. Сейчас мы должны купить у Бога эти последние годы. Их не знаю, сколько их будет, там 5, 7, 15, 23, 1, 2, 3 года, не знаю сколько. Мы должны сделать все, чтобы у нас как можно больше было православных людей везде, настоящих православных людей, раскаявшихся, причастившихся и познавших, вкусивших и видевших, яко благ Господь. То есть у нас сейчас открыты двери, ну как в Откровении пишется, говорит, Господь говорит, я открыл двери, их никто не закроет. Пока Господь нам открыл двери, их не закроет никто. Потом дальше говорится, я закрою двери, никто их не откроет. Когда Господь нам закроет двери, это будет, скажем, там через 5, 7, 20, там, не знаю, там 3 года, там, может быть, там 10 лет, закроются двери благовествования. Нас повыгоняют из школ, нас начнут гнать, скажем, там сменится новый фараон, там, ну, короче, поменяется новая власть, там, скажем, придет кто-нибудь такой, который не знает наших. Ну, помните, пишется в книге Бытия, когда был Иосиф и был фараон, который знал Иосифа. И евреям было хорошо при фараоне, который знал Иосифа. А потом помер Иосиф, помер фараон, там пришел другой фараон, который не знал Иосифа. И было плохо евреям, потому что он не знал Иосифа. И начал закручивать гайки. Короче, там то тот фараон, то этот, короче. Потом все меняется. Все поменяется. Все поменяется. Не знаю только когда. Год, два, три, семь, 15, 25, 30. И вот когда все поменяется, нам нужно выработать максимально наш ресурс. То есть нужно начитаться, напеться, намолиться, налюбиться вот в службе Божией. Так, чтобы нас, например, вот заберите мне все книжки, например, а я литургию помню наизусть. И Василия Великого, и Анна Златоустова, и Григория Двоеслова. И еще и Якова, брата Божия. Забирайте книжки, я все помню. Таинство крещения помню наизусть. Таинство венчания помню наизусть. Таинство соборования помню наизусть. Забирайте все, что хотите. У меня все в голове. Я все знаю. Мне только, да, и Петрохильный только оставьте, как бы. И все. И рясу. И крест, даже можно крест забрать. Потому что без креста священник может спокойно быть. Это же как бы неотличительный знак. Это награда некая такая, но это не... То есть забирай крест, забирай все. Оставим только епитрахиль и рясу. Все остальное в голове. Так вот, у нас будет такое время, когда нас все заберут. Закончится все. Все закончится. Нужно сейчас хапать прям несытым ртом все церковное. Прям есть и наедаться. Жития святых. История церкви. Толкование Евангелия, литургика, объяснение службы Божией, вечерние, литургии, там, всеночные, того всего. Нужно все жрать, как несытый, как с цепи сорвавшийся. Нужно все это съесть, потому что мы, поколение людей, впервые имеющие возможность получить полное богословское образование, без, ну, до ресурсов, как бы, понимаете? То есть все поколения, которые были до нас, они были простые. Они там пахали, сеяли, там вязали, там, ну, шили, короче, там, ну, короче, доили. Ну жили, как жили, как могли, да? У них не было доступа к этому информации, к этой святой, да? Не было. Они были крещеные, верующие, хорошие, трудолюбивые, но они не знали всего того, что можем знать мы. Следующее поколение, три поколения советских людей, это были поколения, которые были энергичные, образованные, там, смелые, сильные, там, мужественные, но безбожные, Господи помилуй.
Самое лучшее там крестик на шее. Самое лучшее, чтобы перекрестила мама там на дорожку. Там, ну, храни тебя Бог, Господь. И сынок. Там, и все. Все, что у них было. Они были красивые, сильные, смелые, безбожные. И впервые только возникло такое у нас поколение, это мы с вами. Когда у нас есть вера, нас за веру пока не бьют, и у нас есть доступ ко всем информационным ресурсам. Мы можем изучать все, что захотим. Хочешь изучить греческий язык? Хочу. Изучай, пожалуйста. Хочешь литургику узнать? Хочу. Давай. А хочешь узнать историю мучеников? Хочу. Давай. А хочешь узнать историю церкви? Хочу. Давай. Короче, все, что хочешь, вперед. Сейчас все можно. Таких поколений сытых, как мы, никогда не было на Руси. Все, что я хочу, я могу узнать. Когда такое было? Я не дворянин, я не царский ребенок, я не там какой-нибудь там, не знаю, там фон Визин, который уехал там, скажем, во Францию там, с детства там, и там рылся в библиотеках. Я простой крестьянский сын там, или сын рабочих там, или служащих, как и вы. То есть простой человек, родившийся в коммуналке. И я сегодня могу все узнать, все, что хочу. Это скоро закончится. Эта пресловутая вседозволенность, открытость информационная закончится. Дьявол не даст вам доступ ко всем ресурсам информационным. Вы не сможете прочесть все книги Ватиканской библиотеки. Порнуху сможете смотреть с утра до вечера, а вот настоящую истинную какую-нибудь такую благодать познавать не сможете. Это все будет цензурировано скоро, закрыто и за деньги. Пока что мы еще живем в благодатное время. Зашел и читай. Мы с вами уникальное поколение христиан, по крайней мере русской цивилизации. Мы можем все узнать, все прочесть, все выучить, все запомнить. Раскопать, открыть для себя и в пении, и в иконе, и в архитектуре, и в литургике, и во всем. Понимаете? На нас лежит обязанность, в принципе, быть очень умными христианами, чтобы мы потом смогли другим объяснить, чтобы когда потом нам закроют двери в эти библиотеки, скажут, хватит учиться, надоело, слишком умные стали все. Чтобы мы имели в голове уже накопленный багаж, понимаете? Это наша миссия сегодня – быть умными христианами. Мы не можем верить, как верила ваша бабушка или моя бабушка, или прабабушка моя. Она знала, что есть святой Никола, чудотворец, и пахала с утра до вечера, с 8 лет, как только вспомнит себя, до 88. Она только пахала и молилась, Господи, не оставь меня. Вот все, что она знала. Мы так уже не можем. Мы должны много знать, много читать, много пропустить через себя, чтобы потом быть такими вооруженными такими людьми. Это наша задача сегодняшняя. Это задача русской церкви, если хотите. Потому что я не верю, что французские христиане будут заниматься тем же. Или греческие христиане, там, или там, итальянские христиане будут заниматься тем же вопросами. Не будут, мне кажется. Не потому что неплохие. Потому что они другие, у них есть свои вопросы. А мы с вами народ, на котором, вот как ни крутись, лежит ответственность за будущую жизнь Вселенной. Вот мы не выбирали этого, мы не хотели этого. Вот хочешь, не хочешь, как бы, нравится, не нравится, значит, спи, моя красавица. Как бы. Вот на вас и на мне лежит ответственность за то, как будет жить вся Вселенная в ближайшие 50 лет или 100 лет, если мы проживем еще 100 лет на самом деле. Это от вас зависит, от меня тоже. Вот ты будешь каждое воскресенье на литургии или не будешь? Или ты будешь там на лекции ходить, например, а на литургии не ходить, например? Да? Вот ты будешь вообще молиться или не будешь? Или будешь дурака валять вообще с Богом? Ты будешь искать Божьего или своего будешь хотеть там? Хочу по-моему, а не по-твоему. Да будет воля твоя, в принципе, да будет воля моя, а не твоя. Как бы, вот ты как будешь жить? По-своему или по-божьему? Если мы это все начнем поднимать наверх, мы, а больше
Я вас уверяю, больше никто этого поднимать наверх не будет. Ну, есть еще, конечно, народы всякие, которые способны к этому. Какие-нибудь копты там бедные, благословенные, которых там, которым голову отрезают сегодня, прямо сегодня, за Христа. Прямо сегодня за Христа людям отрезают головы. И они за Христа дают свою голову отрезать. Настоящие мученики сегодняшнего поколения. Ну вот и мы с вами, калеки 21 века. На нас лежит огромная ответственность. То есть от нас зависит, будет дальше история длиться или она скоро закончится. А чтобы она длилась, и чтобы мы решили все эти проблемы прошлого, нам нужно как раз Писание, литургия, новомученики еще. Еще такая тема грандиозная. Наш народ не знает новомучеников. Это вообще позор какой-то. Наш народ не знает новомучеников. Вот приедьте, например, там, в Архангельск и спросите какого-нибудь мужика или бабу, а у вас за Христа кого здесь убили? Чего? Ну, приедьте чуть пониже, там, в холодных краях, там, все холодные люди, как бы, нет, соображают по-другому. Приедьте куда-нибудь, там, на юг, там, Краснодар, например, приедьте. А у вас здесь за Христа кого замучили в прошлом веке? Что? Вы к кому ходите молиться, если у вас, там, зуб заболит, там, или, там, еще что-нибудь еще заболит, там? Мы к Николаю Чудотворцу все бежим. Или к Матроне Блаженной. Мы же задолбали, там, двух святых, там, просьбами. Весь мир задолбал двух святых всеми просьбами, понимаете? А у нас есть новомученики, которые... Иди молись им, они за Христа умерли, а мы их не знаем. Кто это такие? Какой-то Иларион, там, какой-то Ян Восторгов, там, какой-то тот. Мы не знаем. Наш народ не знает новомучеников. Мне такую тему сказали недавно. Вот во Франции за Христа закотрупили там тысячи священников, монахов, там, монахинь, там, порезали, накромсали, страшное дело. Но потом у них все это победила революция, как бы, значит, такое, и у них теперь, как бы, ну, гимн, как бы, там, ну, Марсельеза. Пам-п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 ам. Все. И у них нет канонизированных новомучеников. А мы успели канонизировать их, потому что если бы мы их не успели канонизировать вот в прошедшие годы, получилось бы, типа, как бы, революция, как бы, хорошо, а их убили, потому что они были против исторического прогресса. Ну и все, как бы, до свидания, как бы, ни те, ни мученики, просто они, как бы, стояли на пути прогресса. А у нас есть тысячи новомучеников, которых мы каким-то странным чудом Божьим канонизировали, и мы их не знаем. Вот задача еще интересная. Узнать это все. У нас под нашими ногами хлюпает кровь людей, убитых за Иисуса Христа еще вчера, и мы их не знаем. Это ж кошмар какой-то. Как мы хотим построить будущее свое, не зная имена тех, кто убит за Иисуса Христа буквально вчера под нашими ногами, как бы их кровь. Вот. Так что у нас есть несколько таких очень важных задач. И наша русская цивилизация может вообще такого шороху навести во всей Вселенной. Но я этим живу. Я это чувствую, это вижу. Мне ужасно больно, что не происходит. Потому что мы хотим там отдыхать, там, покупать, продавать, путешествовать. Ну, жить типа как немцы, типа как итальянцы, типа как японцы, типа как французы. Ну, как бы так, как все. А мы не все. Мы другие. Надо почувствовать, в чем же мы другие. Да? Извиняюсь, очень долго говорю. Хорошо говорите. Да. Друзья, были еще руки, были вопросы, я видел. Так, отлично. Дайте, пожалуйста. Здравствуйте. Хотел бы такой вопрос задать, постараюсь побыстрее. У меня есть тетя, она в Грузии живет, ей 40 с небольшим лет, более 10 лет, она уже выцеркленная. Да, вот. И полгода назад она простыла, 2 недели болела. Вроде ничего такого прям серьезного, но она очень боялась смерти, даже боялась одна оставаться дома. Вот хотел бы уточнить, нормально ли это, когда верующий человек вот так боится там, ну, какой-то болезни, простуды, и стоит ли вообще бояться смерти? Вот. С точки зрения теории, конечно, бояться и нефиг. Как бы придет и подеремся, как бы, ну, как бы. Но на самом деле, с точки зрения практики, как бы, это все гораздо серьезнее. Я вам расскажу одну историю. Я знал одного священника, мне было лет 35, когда ему было лет 75.
или 80. Один монах был такой. В одном монастыре был один монах. И однажды мы... Это такая известная история. Я ее рассказывал сотню раз, но я еще раз расскажу ее. Представьте себе. Мы сидим, много духовенства. Священники, протоиереи, митрофорные, там всякие ресофорные, там такие-сякие монахи, там разные епископы. И там решаем там вопросы там всякие, связанные там с историей церкви. Там, как там жить дальше. И вот заходит батюшка, который всеми уважаемый, который там уже то, старик такой, старик-монах, короче, заходит и говорит: «Можно я вам скажу два слова?» Говорит: «Можно, отец Дмитрий, говори». И он говорит: «Отцы, вы меня все знаете. 10 лет я стал монахом». Он стал монахом 10 лет. «Я девушку не то, что не целовал, я за руку девушку не держал. Я никогда не ел мороженого или конфету. А хлеб, который я ел в детстве, был такой черствый, что когда я его грыз, то у меня под деснам текла кровь. Такой был камень, такой не хлеб был. И нужно было еще и заработать этот хлеб. И вот с 10 лет до сегодняшнего дня, мне уже, ему было под 80 уже. Вот я монах. Я знаю только кислую капусту и 17-ю кафизму». Ну, вы знаете, о чем я говорю, да? И вдруг я, вот Серж, я заболев. Он был такой, он был буковинец, он был, у него был язык такой полурумынский, полуукраинский, полурусский, там, полу, там, полугреческий, короче, такой, вот, надо было знать много языков, чтобы понимать его. Вот Серж, я заболев. Вот. И вот Серж, смерть ко мне пришла. И вот Серж, я испугался. Ему стало страшно. Он говорит: мне было страшно, и я подумал, что я почувствовал, что я не готов. Он говорит: чует отцы, а мы там сели такие, мы все такие умные, мы такие все богословы, мы там знаем там каноны, там правила церкви, там то, все там, и нас там много, там епископы всякие там малолетние, там, значит, и мы там попы там малолетние, и мы там все такие умные, все с академическими бумажками. И пришел старый монах, которого все уважают, все очень любят, и сказал нам, что вот это пришла ко мне смерть, а я не готов. И заплакал на глазах наших. Заплакал. Говорит: отцы, я испугался. Говорит: я думал, что я к смерти готов. Потому что я не знаю женщины. Говорит: я не то, что я не целовал. Я вам еще раз говорю: не целовал девочку. Даже за руку девушку не держал. Все, что я знал в жизни, говорит, это знал только всеночное бдение и кислую капусту, как бы, и псалтирь. И работу в огороде, и все. И вот уже ему там 80 лет, он прожил всю жизнь там, под немцами был, под оккупацией, под советской властью, там, под этими всеми там этими... Схимник. И он говорит: и я испугался. И заплакал. И мы, короче, мы заглохли все и перестали вообще решать там большие проблемы, потому что мы поняли, что мы просто малолетние придурки, которые... пытаются решить какие-то большие проблемы, вообще на самом деле ничего не значит в своей жизни. Тут великие люди боятся смерти, когда они, смерть тебе вдохнет в лицо, и ты испугаешься. Поэтому вашей тете нет никакого упрека. И нам всем нет никакого упрека, когда мы вдруг испугаемся смерти. Мы не должны со смертью вести себя нагло, потому что смерть, она нас смирит. Она сильнее, чем мы. Вот если мы будем смиренные с Богом, смерть придет нам, как ласковая собеседница. И скажет нам: ладно, пошли, не бойся. А если мы будем наглые, как бы такие, ну типа там: да я не боюсь, я верующий, там, травивали, там, телетили, там, Иисусе случаешь, и, там, и всякое такое. Она как придет, блин, как ты наложишь в штаны, слушай, встать с кресла не сможешь. Она страшная собеседница вообще. Она смирит всех. Где там эти Гиппократы, все Платоны, всякие там эти там, Аристотели там эти все, где они все? Да они все там, как осиновый лист трепетали все. Это нужно так красиво жизнь прожить и так хорошо знать сладчайшего Иисуса, смерти победителя, чтобы не бояться смерти. Поэтому тетушка ваша, простая женщина, конечно, испугалась. И мы ее не будем за это осуждать. Если смерть вам вдохнет в затылок или в лицо, в виде там пистолетного дула, там, например, там, или там какой-нибудь диагноз, какой-нибудь там, у вас там рак, там четвертый стебень, неоперабельный,
Оба! Приехали. Как бы. Вот я посмотрю, как мы будем смелые там все. Это же все нас ждет. Завтра, послезавтра, там через год, через два, через восемь. А что мы еще не купили в супермаркете? Что мы еще не накололи себе на жопу там, ну, в виде там татушку какую-нибудь веселенькую такую, да, чтобы было красиво в гробу лежать. Что мы еще не сделали? Как бы, это все фуфло, это ерунда все. Смерть красивая дама, это такая тетка такая, она придет, она все поставит на свои места. Вот только при ее приходе вы и поймете, как бы, каким дерьмом всю жизнь вы занимались. А нужно было раздать милостыню. А нужно было горшки из-под задницы у болящих повынимать, там, судна всякие повыносить. Там. Хоть пару раз в жизни нужно судно вынести из-под задницы у лежащего больного. Ну а кто это еще будет, как не христиане? Надо было посылки в тюрьму посылать. Надо было на всеночной стоять, как бы слезами обливаться. Нужно было детей рожать. Надо было там, не знаю, там что там надо было, короче. Там надо было кучу всего. Смерть придет, как дунет тебе в морду дурную. И ты поймешь, что ты прожил всю жизнь, как позорная вообще коза или козел. Ну, в зависимости от пола, конечно. Хотя сейчас все смешано, как бы сейчас не поймешь, кто есть кто. Так что тетушку вашу ругать мы не будем. Она простой человек, испугавшийся пришествия смерти. Когда смерть придет к нам, я не знаю, что мы будем делать. Может быть, мы скажем, во имя Отца и Сына и Святого Духа, приди, невеста моя, приди, возлюбленная моя. Я так давно тебя жду, я так задолбался жить в этом мире. Приходи, обними меня, поцелуй меня в устах холодными своими губами, забери мою душу, как бы не хочу больше здесь жить, надоело. Иди сюда быстрее. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущий в гробе живот даровал. А тебе скажут, аминь. Может быть, будет так. А может быть, она придет и скажет, ой, блин, я не готов, слушай, уйди. Знаете, как старик один там носил хворост, там, это же у Крылова там басня есть такая, носил хворост дед, и вот лет под 80 было. И, короче, он там нес там какой-то хворост. Короче, упарился, как бы бросил, сел. Ну, что за жизнь собачья? Как бы, никогда я в жизни не ел досыта. Никогда я не имел в руках каких-то серьезных денег. Там, живу впроголодь, как бы, дом продувает. Никогда не согретый, никогда нормально не одетый. Что за жизнь такая собачья? Длинная собачья жизнь. Хоть бы смерть, что ли, пришла. Она бах, пришла. Говорит, здравствуй, я пришла. Говорит, ой. Говорит, помоги мне хворост донести. Со смертью хорошо баловаться на расстоянии. Если кому-нибудь из нас приходила к вам смерть, или на ваших глазах умирал кто-то, или вы сами были близки к смерти, или вам угрожало что-то, там в воздухе, на море, на дороге, там под скальпелем, то, наверное, вы знаете, что здесь смелости не хватает. Здесь нет места смелости. Здесь либо ты готов идти в другую страну, либо ты не готов идти в другую страну, и ты говоришь, Господи, ну потерпи меня, как там в Евангелии пишется, потерпи на мне, вся тебе воздам. То есть, ну подожди еще, но я не готов, мама мия, ну не готов я, не могу я еще. У меня там детки маленькие, то да сё, короче, там ипотека, там, ну короче, там много всякого. Ну не готов я, короче, там. Но еще это не сделано много еще, да? Вот это страшная тема, это страшная тема. Смерть придет, будет невесело всем. Пока же можно повеселиться. Поэтому тетушка ваша нормальный человек, как мы с вами, что вы и я. Но нужно жить так, нужно стремиться. Вот я, допустим, я как священник, например, хороню. Часто я уже хороню редко, например. А когда я был там еще на первом месте служения, мы бывало, что за неделю по 8, 10, 15 похорон отслуживали. Это дурдом. Мы работали в режиме похоронной команды. Отслужил с утра и погнал на похороны. И хоронишь с утра до вечера. Ну, еще венчаешь в перерывах и крестишь. Потом вечером приходишь, такой... То есть трупы были, там дети маленькие были, все было. Жена говорит, ну, поговори со мной. А ты такой... Она говорит, ну расскажи мне что-нибудь. А у тебя в глазах трупы, дети, как бы там молодые, там, ну все, служба там. Да. А к чему это я, собственно?
Ну, короче, да, короче, там, да, я когда вот отпевал людей, когда вот поешь, например, со святыми упокой, а покойник пузырится, как бы, у него там все с него там лезет, как бы, значит, такой, понимаешь, он со святыми, как бы, ну, не так легко упокоиться, дай бог, но не так легко. И когда его закапывают, уже опускают вниз, там уже эти комья там грязи, этой глины там не насыпят, и там вечную память там поешь. Короче, вот там очень много мыслей возникает. И люди падают в обморок, там родные, близкие, там и всякое такое. И вот такая мысль такая возникает, такая: Господи Иисусе, как же нужно прожить свою жизнь, чтобы этот страшный момент опускания на шнурах, там четыре человека держат за два шнура, как бы опускают человека в яму, вот, и шнуры вынимают, и там бросаешь, там печатается, если игрок, там на Западе такой обряд есть такой. Там такой ды-ды-ды-ды-ды, и потом люди кидают землю и пошли закапывать. И в это время начинаются истерики, там, значит, родных и близких. Думаю, что, Господи, как же нужно жить, чтобы вот все это было не страшно. Вот как нужно прожить свою жизнь так, чтобы вот это все было не страшно. Ну и должен вам сказать, что бывают похороны у священников, и часто их не бывает, но 1, 2, 3 в жизни бывают 100% у каждого священника. Когда ты видишь, что ты хоронишь святого человека, и никто не воет, никто не падает в обморок, а все молятся, и ты чувствуешь, что ты отправляешь человека в далекое и красивое путешествие. Такое тоже бывает. Но это бывает очень редко. Да, так что я про тетушку вашу все говорю. И про нас с вами на самом деле. Смерть придет, как бы самый сильный задрожит. У самого наглого ноги подогнутся. Смерть – это такая дама, короче, которая плевать хотела вообще на все наши там мускулы, на все наши связи и знакомства. Значит, она как придет, как бы, и ты поймешь, что ты никто, заговорит с тобой. Как бы. Если ты с Иисусом, то ты еще там поборешься. Скажешь: а я с Иисусом, я Иисуса знаю. А если ты без Иисуса, то вообще заткнись. Она тебя забьет, как мамонт. Смерть, она страшная, реально. Кто, к кому она приближалась, тот знает. Так что не будем осуждать людей за страх перед смертью, потому что умирать страшно. Верующему тоже страшно умирать. Нужно быть по-настоящему святым, чтобы хотеть уйти отсюда и водвориться у Господа. Нужно быть по-настоящему святым. Это возможно. Но мы сегодня еще к этому не готовы. Извините, я немножко волнуюсь. Я была глупа по возрасте, там, 18-19 лет, была одинока, ну, обделена мужским вниманием, и вот мне казалось, что мир от меня отвернулся, никому я не нужна, и вот бы умереть. Стихи такие писала вообще, ну, мрачные. Но прошло время, я жила, я просто не смела наложить на себя руки, считала, что это, да, это грех, это уже в то время, хотя я не была воцерковлена. Я начала воцерковляться только в этом году, мне 52 года скоро будет. Ну, так вот сподобил Господь. Хотя были приходы к нему несколько раз. Вот по поводу смерти. Я вот так вот бросалась словами: вот бы мне умереть, вот бы мне умереть. Это 18-19 лет. А потом случился в моей жизни действительно момент, когда я была на пороге смерти. Я 2 месяца лежала в больницах, сильно отравилась. И лежа в одно утро, я поняла, что я умираю. То есть у меня с ног такое ощущение, что надевается салом. То есть вот, знаете, такое как покрытие пошло. Я понимаю, что из меня исходит дух. И в этот момент еще солнце не взошло. Я обратилась к Господу и сказала: Господи, дай мне увидеть хотя бы еще один восход. Еще раз увидеть солнце. И вот эта пелена сразу спала. И с того момента я пошла на поправку. Хотя у меня были еще моменты сложные. Но вот это вот столкновение со смертью, оно было еще раз, когда понимаешь, что из тебя уходит дух, то есть ты чувствуешь это, он как бы постепенно исходит. Вот. И когда ты видишь смерть, у меня была престарелая тетя, она в этом году умерла. И я очень боялась, как же вот, я была единственным ее родственником, у нее не было детей, мужа, и я все время боялась. Вот
как же я, если вот, вот она будет умирать, как я буду? Я боюсь мертвых, я не знаю, как я буду вести себя. И Господь мне послал скорую помощь на момент ее отхода от тела. То есть, нет, в этом нет сомнения. Это у вас есть вопрос или просто ремарка? Нет, это к вашему к вашей теме по поводу смерти. Все понятно, хорошо, да, спасибо. Да. Все так и есть, да, да. Ты не знаешь, как будешь вести себя, когда умрет кто-нибудь, там человек умирает, и приходят те, которые знают, как себя вести. Ну, теперь мы в сторону от смерти уйдем обратно, шаг назад, к воцерковлению. Воцерковлению, да. Да. Потом, чтобы вы не понимали воцерковление, как умирание постоянно. Да. Ну, хотя это одно и то же, на самом деле. Но... Ну да, что-то в этом есть. В этом есть что-то такое, да. Вот. Ну, давайте воцерковление, да. Да, друзья, есть еще вопросы? У нас, похоже, уже воцерковление. Последний. Воцерковление. У нас, да, у нас тема воцерковления. Вот во втором ряду девушка хочет задать вопрос. Здравствуйте, отец Андрей. У меня к вам вопрос. С такого характера вы говорили о том, что плохо, когда человек не видит в жизни Бога в каких-то вещах. Вот, допустим, моя ситуация. Да, я, например, не вижу Бога в своей работе. Что мне делать в такой ситуации? Она меня очень сильно мучает. Работа ваша какая, если не секрет, конечно? Я работаю с людьми, это подбор персонала, но чем больше у человека опыта, тем зачастую ты уже переходишь в такие... Знаете, области, где одна техника, и ты чувствуешь себя таким роботом. И вот что делать в такой ситуации, когда ты уже выгораешь, такое профессиональное выгорание, что делать обычно? Не знаю, мне бы нужно было провести один день с вами на работе, на вашей, понаблюдать за вами как бы со стороны. Для того я бы наверняка бы сказал бы вам, просто вот посидел бы, посмотрел бы, что вы делаете на работе, и я сказал бы вам, вот здесь ты немножко хамишь, вот, а здесь ты немножко как бы слишком холодна, а вот здесь нужно сказать человеку там, да не бойся, нормально все, давай там пиши тесты, как бы там, давай. Там. Ну, короче, любую работу можно делать с Богом, понимаешь? И можно, например, человеку, провалившемуся на тестах, сказать там, ну, прости, сестричка, как бы, ну, это не мое, как бы, я тебе помогла там, ну, пройти свой там уровень, ну, дальше это проверяют дальше начальники, там, тебя не приняли, как бы, ну, ничего страшного, там, у тебя все получится. Короче, можно везде быть человеком, можно везде быть роботом, как бы, и жизнь наша учит нас быть роботом, потому что так легче. То есть сделать каменную морду, типа, ты самый главный здесь, как бы, типа, там, мистер Икс, такой, знаешь, который тут за все отвечает, там, ды-ды-ды-ды-ды-ды, там, выход там, до свидания, как бы, там, заходи быстро, там, проси мало, как бы, уходи, чтобы тебя не видел. Ну, типа, такого, да. А можно быть человеком. Мы как раз страдаем все от дефицита человечности. Иногда мы просто удивляемся, когда встречаем человечность. На каком-то, допустим, здесь какая-то такая пигалица, какая-то девчонка 20-летняя, какая-нибудь там, в каком-нибудь МФЦ, в каком-нибудь там центре, там, ты приходишь, не там, там миленькая, там, я вот не понимаю, как здесь заполнять, там, сейчас я вам заполню. Она могла бы, как советская продавщица, сказать, там, вас много, я одна, там, короче, да, и что ты ей скажешь, она здесь хозяин, как бы, а ты здесь кто? Ты какой-то дятел пришел с бумажками сами, придурок, не видишь там ничего, не понимаешь. Что не видишь, там написано, короче, пиши. Там. Да я не понимаю, очки забыл. Там, да, пошел вон отсюда. Как бы. Это проще простого. А бывают такие ангелы такие, сидит такое какое-то дитё такое, мне по возрасту как дочка такая. Да, давай, давай, дяденька, давай, я тебе сейчас помогу заполнить. И видно, что я у нее уже 148 сегодня. Она уже зеленая такая, уже такая. И он задолбали ее, пенсионерки задолбали, там, доченька, там, я там, она говорит, да-да, я сейчас вам сделаю, там, я не, видишь, она уже зеленая, а она как бы такая и не срывается. Короче, это евангельские люди, и такие люди есть везде. То есть приходишь на какую-нибудь задолбезную какую-нибудь станцию, какую-нибудь там, типа Апрелевка, какая-нибудь там, далекой железной дороги, и там в окне там сидит там продавщица билетов, у которой там один покупатель там за полтора часа. И ты к ней приходишь, там, здрасте, она говорит, че пришел там? Я вот там билетик, да какой билетик? Там, да мне вот там туда, вот до Москвы, туда и обратно, не только туда. Там, давай деньги, там, короче, душ. Попал, короче, в лапы к садисту, короче, видишь?
И она не замученная там наплывом покупателей, как бы она сидит там, ей делать нечего, как бы, а ты там случайно оказался в столице, там, в ее пригороде, и ты не знаешь, куда ехать, как бы, ты уже спросишь, давай сюда, там, 700 рублей стоит, короче. Короче, ты можешь быть хамом, как бы, на любом месте. И можешь быть божьим человеком на любом месте. И потом не извиняйся, что тебя работа сделала роботом. Типа там, вы слабое звено. Шли вон, короче, там, что ваши документы, там, все там, вы слабое звено, там, короче, можно, а хамить можно на любом месте, на любом месте. И тяжело быть человеком, самая трудная вообще вещь – быть человеком, вот, со всеми быть человеком, да, это же тяжело вообще. Ну, так что, что там ты выгораешь, где ты выгораешь? Если ты была хирург, там, нейрохирург, там, ты глазики оперировала, там, деткам маленьким, там, ничего, там, вышло бы, там, все, я больше не могу, там, маску сняла, там, такой, перчатки сняла, все, я больше не могу, это ужасно. Я оперирую мозг маленьким детям, там, я оперирую глаза маленьким детям, там, я перегорела, как бы, все, это уже, да, что ты такого делаешь, что перегорела? Ну, честно. То есть ты лопатой не машешь, кайлом не машешь, как бы там глазики не оперируешь, как бы там на сердечке маленьком там операцию не делаешь. Что там перегорать там, как бы ты исповедь не слушаешь, как бы ты приходишь там, типа там. Ну, как бы, просто будь человеком и все. Мне кажется, нам просто надо быть человеком. У нас этого нету, как бы, в нашей русской цивилизации, как бы нас задолбал это советизм, как бы, но мы живем в советизме до сих пор. Ну, типа такой, принцип такой, вас много, я одна. Что пришел, короче, такой. Говорит, девушка, уже закончился перерыв обеденный, уже 14:08. Подождешь еще там, хряк старый, там, 10 минут там не умер. Что ты хочешь вообще-то? А я хотел там халвы полкилограмма там. Халва у нас плохая, короче, там, стой там еще. Ну, знаете, такой комплекс такой советской продавщицы. Такой, знаете, такой, всем орать. Такой, намазать губы и всем орать. Такой, бюст номер 8, как бы, морда намазанная, и орет всем, такой, что ты там стоишь? Такие советские продавщицы все такие, фу, такое. Советизм такой, паскудный такой, паскудного образа. Есть такой западный, такой, потом отворачивается, и прям видишь, как она только отвернулась, уже она не успевает. Еще, это тоже, конечно, паскудно. Короче, в этом мире нет ничего твердого, понимаете? Есть только Евангелие. Такое, здрасте. Здрасте. А наши такие, что ты тут, здрасте. Что хочешь? Короче, в этом мире нет ничего, кроме Евангелия, нет ничего настоящего. Вот. Так что... По Евангелию нужно жить, дорогие друзья. Кто бы у вас здесь ни находился, на шиномонтаже, например, там, в фитнес-центре, там, где-нибудь там коучем каким-то работал, там, преподавателем младших классов, там, или там, водителем маршрутки, там, или идти там компьютерщиком. Слушайте, будьте евангельскими людьми. Попробуйте жить по Евангелию. То есть во имя воскресшего Иисуса, во имя Отца Небесного, во имя Духа Параклита. Попробуйте смотреть на человека просто. Как бы без корысти и без унижения, как бы без гордости и без презрения, без ничего, как бы просто на брата во Христе. Что вы хотите? Если я вам могу помочь, я вам помогу с удовольствием, ради Господа. Это про себя нужно говорить, не вслух. То есть я помогу вам, как бы я сделаю все, что нужно, как бы ради Христа Спасителя. То есть есть такая вещь вообще бомбезная. Я какого-то еврея прочитал. Значит, он говорит, если мы попадем в другой мир, о чем нас там спросят? Говорит, все очень просто, четыре вещи. Говорит, базовые четыре вещи. Первое, хорошо ли ты делал свою работу? То есть, если ты, например, был ювелир, или, скажем, там, стоматолог, и золотишко приворовывал, дальше не о чем тебя спрашивать. Ты просто вор, и все. То есть, других вопросов не будет. Если ты вор на своей работе, или если ты, скажем, там кондитер, например, который там ворует там масло и муку из пирожных, например, там а добавляет там крахмал там как бы и маргарин, ну все, какой рай, какая вечность, какое, о чем мы говорим?
То есть ты просто ворюга и сволочь. Все. То есть хорошо ли ты делаешь свою работу? Вот кто ты по профессии? Вот каждый сейчас там, кто я по профессии? Кто? Я швейцар, там открываю, закрываю двери. Хорошо ли ты закрывал двери? Там? Или открывал? Там? Хорошо открывай двери, хорошо открывай, чтобы там никто не... Короче, хорошо ли ты делаешь свою работу? Это элементарная вещь. То есть нужно, если священник, служи как ангел, не тяготись службой, служи прям так вот, служи, как ты летаешь, как будто ты орел там, только смелый буревестник, значит, реет смело и свободно над седым пенным морем. То есть летай на службе, как бы, а не ходи там, блин, Карибы все закончилось, такой, сокращаем кафизмы, сокращаем канон, все, быстрее домой, как, все, нафиг это все надоело. Короче, если ты врач, то ну давай лечи, слушай, как Гиппократ, слушай, там, давай там. Короче, хорошо ли ты делаешь свою работу? Работу. Если плохо, ты в рай не войдешь. Работа – это пропуск в рай. Хорошо ли ты делаешь свою работу? Это первый вопрос человеку. Второй вопрос. Хотел ли ты детей? Не имел ли, а хотел ли? Потому что многие хотели, не имели, а многие не имели, значит, не хотели, но имели. Короче, там такая каша такая. Но надо хотеть детей. То есть иметь потомство. Например, это же многообразное понятие. Например, там профессор какой-нибудь там на кафедре, преподаватель, воспитал плеяду учеников. Допустим, историк, там, школа историческая, там, значит, имени там, какого-нибудь там профессора Пупкина, например, это его там ученики. Это его дети на самом деле. То есть это он вложил душу в них, это дети его. Вот наш профессор там создал школу там такую-сякую. То есть не просто рожать детей физически, но еще и творить учеников. Это значит иметь детей. То есть хотел ли ты детей? То есть хотел ли ты продолжать какие-то свои, какие-то, не знаю, там, какие-то высокие порывы там, в будущие поколения? Работа, дети. Потом третий вопрос такой, значит, находил ли ты время, чтобы читать Божественное Писание и молиться? То есть ты с Богом разговаривал вообще или нет? Уж если нет, как бы, то тогда в чем вопрос вообще? То есть ты жил так, будто Бога нет. И потом только претензии предъявлял. Как ты, босс, допустил, там, пришел там, стрелок там, значит, в Пермский там, университет там, и там пострелял там, учеников. А где был Бог в это время? Ах ты ж паскуда, там, Господи помилуй, извините меня за грубое слово. А ты про Бога только в это время вспоминаешь? Ты же еще год назад не вспоминал про него. И позавчера, и вчера, и сегодня вспоминал. А как только он пришел и расстрелял, ты про Бога вспомнил. Ах ты же гад такой. Ты только сегодня про Бога вспоминаешь? Когда начинают стрелять? А где же Бог? Ах ты! А вчера про Бога было у тебя вопросы? Хоть один? Не было. А позавчера? Не было. А позавчера? Не было. Я вообще про него не вспоминаю. Никогда. Но как только пришел какой-то подонок и начал стрелять, скажу, а где же Бог? Ах ты ж гад, кто из нас гад, еще непонятно, он стрелявший или я спросивший. Если я спрашиваю про Бога только тогда, когда начинают стрелять, то я еще худший гад, чем тот, который стреляет. Что гад стреляющий заставляет меня про Бога вспомнить. Или я не прав? Ведь люди не вспоминают про Бога никогда. Живут как скоты, как свиньи в хлеву. А что там подорожало? Там, что-то там, там это, что-то просто твердое. Такое там, что-то, а что там, говорит там, в этом КПРФ, говорит там, такое, давай, о, насыпали что, что-то там, ну, сволочь, и потом бух, блин, Господи помилуй, а где Бог? Свинья, понимаешь, свинья про Бога вспомнила, понимаешь? Кто из нас хуже? Он стрелявший, подонок, ему нужно порвать его на 4 лоскута, одну ногу в одну сторону, другую в другую, и подарить всем там родственникам как бы, по одной ноге, по одной руке. Да нужно рвать их на части козлов этих всех, и все. Рвать на части козлов, да и надо многих козлов рвать на части. Многих. Проповедников педерастии и лесбиянства надо рвать на части, прямо дарить там по одной ноге там, всем лесбиянкам, подружкам. Как бы. Только пусть они себе там повесят себе на стенку, как бы смотрят. Медитируют. Рвать на части именно. Но, подождите, извиняюсь, у меня вопрос. Как бы, кто из нас хуже?
Это сволочь, которая стреляла, или я, который вспомнил про Бога только сейчас. У нас же про Бога вспоминают только когда плохо, еще и с претензией, а что там, типа там Бог что, заснул, что ли, да, там, типа там, начинаются там экспертные советы всякие такие. Ух, это вот это, конечно, паскуды. Это редкостные паскуды. Эти эксперты. Все по части, что Бог уснул. Они никогда не вспоминают про Бога. Так вот, вопрос третий, значит, такой, да. Ты находил ли человек, который хорошо работал, хотел детей, время находил ли ты, чтобы молиться и читать? Читать Писание, молиться Господу. Ну и четвертый вопрос, последний. Понимал ли ты, что мир настолько глубоко испорчен, что человеческими усилиями он не исправляется? То есть понимаешь ли ты, человек, что мир настолько испорчен, что никакое законодательство, никакие парламентские реформы, никакие реформы не знаю, здравоохранения, там, правоохранительной системы, там, не знаю, там, чего-то еще. То есть они в принципе не решают проблемы мира. Что мир смертельно болен, и что он должен измениться в пламени божественного огня, и не иначе. Что человеческие руки это уродство не исцелят. Ты понимал это или не понимал? Потому что если не понимаешь этого, то ты начинаешь превращаться в коммуниста, там, такой, значит, Владимира Ильича Ленина, там, Зюганова, там, номер два, и начинаешь там, типа, да я сейчас построю там наш новый, там, да... Подожди, стой, успокойся. Ты вообще понимаешь, что мир смертельно болен? Мир и мы с вами смертельно больны. Мы ужасно больны. Если Бог нас не исцелит, нас никто не исцелит. Ни йога, ни парламентские реформы, ни дыхание одной ноздрёй, там, значит, ни голодовка по брегу. Нас не исцелит ничто. Мы выродки, мы трупы ходячие. Разве вы это не понимаете? Неужели вам это непонятно? Мы же трупы ходячие. Но пока мы еще ходим, потом Господь скажет, все, хватит ходить, вы будете писать, и ляжешь. Неужели это непонятно? Неужели вы до сих пор верите, что мы вот этими руками, вот этой головой превратим мир в рай? Боже, какие же вы идиоты. Неужели вы это верите? Вот этими руками, вот этой головой, вот вашей головой, вашими руками, что мы вот это все вот в рай превратим. Боже, милостивый, пощади нас. Какие вы наивные. Вот вам четыре вещи. Простые четыре вещи. Хорошо делай свое дело. Будь семейным человеком. Находи время, чтобы поговорить с Богом. И не думай, что мы все сделаем своими руками. Есть вещи, которые никто не сделает. Даже Давид, даже Соломон, даже Самуил, даже Моисей, даже князь Владимир, даже Александр Третий, да никто не сделает. Есть вещи, которые может сделать только Господь. Ты веришь в это? Верю, я понимаю это. Я смиренно признаю, что это правда. Я хорошо делаю свое дело, берегу свою семью, читаю Святую Библию и знаю, что мои ресурсы ограничены, что я маленький человек, который вчера еще вышел из тени, как бы это из тени на сцену, из-за кулис на сцену, и скоро снова покинет сцену и уйдет за кулисы. И уйдет, его не будет видно. И запомнят его там 1, 2, 3 человека. Там мама, если будет жива, там жена, если будет жива, дети, если не забудут, если у них не будет новых занятий. А потом они умрут там, или у них будут свои занятия, как бы, и ты просто твоя могила сравняется с землей. Все, все. А ты хотел всю вселенную поменять. Экий ты дурак. Надо было менять другие вещи. Надо было собой заняться, там, молитву выучить простую. Одну молитву чистую твержу я наизусть. Короче, как все просто на самом деле. Как красиво все. С Иисусом Христом. Да, что там? А уже все, прошу прощения. Уже все, да? Мы уже превысили. Но больше не было чернил, и карандаш сломался. Да, так точно. Друзья, пару объявлений. В следующую среду, если Бог поможет, будем живы. Нашим гостем будет отец Максим Первозванский, у которого 9 детей, и мы будем говорить о христианском воспитании детей. Приходите. Отче, большое вам спасибо за то, что вы дали такое направление, интонацию. Спасибо.